Путешествия путешествиями, а вот... О! Ха! Надо подготовиться же. Покушать надо хотя бы взять. Покушать. Так, покушать. А что у нас покушать есть? О, миско. Нормально. Пригодится. О, тем более я очень голоден. Блин. Ну почему я вечно так делаю? Так, ну ладненько. Наверное, хватит. Погнали. О, черепашечка будет еще быстрее. Отлично. Но все же, что здесь происходит? Я хочу все-таки взглянуть тот остров. Если там будет безопасно, и я хочу построиться именно там. Я очень рассчитан на то, что будет безопасно. Самое главное — это глубоко не дышать. Ну, не так. Самое главное — это вообще не дышать. Благо мысли мои всегда со мной. О, там что-то страшное впереди. Я не хочу это видеть. Вот нет, надо всплывать. Черт, побери. Черт, ай. Это было... это было неплохо. Да уж. Чувствую, не получится у меня доплыть до острова. О, боги. Надо попробовать. Надо попробовать. Черт побери. Так, ладно. Собрались с мыслями. Это кто это? Погоди-ка. А он хищный или же нет? Ого! Он на меня не нападает. У него есть крылья. Он может летать. И, наверное, я смогу на нем летать. Как ты называешься? Тиранодон. Отлично. Так, черепаха, пошли за мной. Тиранодон, да, говоришь? Где же мой журнальчик? Так. Тиранодон. О, вот он ты. Тиранодон. Для тебя rough meat, bite. Мясо. Отлично. Сделаем мясом. Мясо. О, rough meat bite. Сделаем штук 10. Отлично. Все готово. Так. Колчан. Вау! Какой я становлюсь быстрый. Это мне сейчас пригодится. Я просто как флэш. Кто это? Какие-то хорошие воспоминания из головы вылазят. Интересно. О, вот ты где. Так, возьми миску. Отлично. Я притомил Тиранодона. Неплохо. Так, за мной. Догоняешь? Догоняешь. Клёво. Ты летаешь с такой же скоростью, с какой я бегаю. Это здорово и быстро. Хо, я умею свистеть. Это так клёво. Такс. Седло. Седло. Я умею его делать. Отлично. Я такой хороший. Так. Нет, это не твое седло. Вот твое седло. Отлично, я могу летать. Ох, так намного безопаснее. Люблю безопасность. Да. Интересно, откуда это у меня взялось?
Я не знаю, но мне это уже нравится. Тебе надо вкачать выносливость. Как-то не сильно ты любишь качаться. Вау, вы посмотрите, какой он огромный. Вы посмотрите, сколько здесь птеров. Вау, яйцо. Что-то мне внутренний голос подсказывает его не брать. Ну хорошо. О, он безобидный. Он такой огромный и такой безобидный. Не то, что те маленькие пиздюки, которые пытались на меня напасть. Здорово. А ты кто такой? Вау, смотрите, какой он красивый. Ох-ох. Интересно, с кем-то я разговаривал сейчас. Да, мне здесь скучно и одиноко. Ну хотя, у меня появляется все больше и больше новых друзей. Это здорово. Видал? Красноклевый. Он такой шипастый. О, яичко. Не буду подбирать их на всякий случай. Ты, наверное, мне пригодишься, как мой новый друг. Интересно, что же ты умеешь делать? Но ты явно сможешь защитить меня от врагов. Ну, у тебя так много шипов. Ты точно сможешь меня защитить. Здесь так много мирных динозавров, что, мне кажется, я здесь могу ужиться. О, это что такое? Он так блестит красиво. Я хочу это добыть. Сколько много металла! Я... Да я миллионер! Я ж не знаю, что это за слово. Но я... Теперь смогу сделать тысячи, нет, сотни кирок и добыть все, что захочу. Отлично. Интересно, если я могу делать из кожи себе одежду, то смогу ли я сделать ее из металла? Что-то мне подсказывает, что смогу. Так, ладно, мне здесь уже нравится. Вы посмотрите, сколько здесь таких камней. О, эти шипастые друзья тоже здесь. Отлично. Надо бы запомнить, как их зовут. Мне этот остров точно нравится. Построиться прямо вот здесь внизу. Да. Это же так будет красиво. Вау! Вот вы где! Стегозавры! Да? Точно. Вот про вас-то у меня есть заметочки. То, что ваши шипы защищают седока. Классно. Обязательно нужно будет вас приручить. Двоих. Да. Классно. Наконец-то я вас увидел. О, а то читать книжки это одно. А вот увидеть вживую это совершенно другое. Ну, остров точно безопасный. Мне здесь явно должно понравиться. Один громадный динозавр, но он очень даже добрый. Все здорово. Мне предстоит много сил потратить на то, чтобы здесь все зачистить. Но мне это нравится. Да, это однозначно то, что мне нужно. Вот только теперь как бы мне все свое добро сюда перенести. Интересно, а смогу ли я свои постройки сломать? О, точнее, не сломать, а перенести. Разобрать. Интересно. Ладно. Пошли. А точнее, полетели. Точно. Летать это так здорово. О! Аккуратнее. Не надо спешить. Да, как много у меня металла плавится, это просто здорово. Это просто здорово. Так, если подойти к стене, что-то написано. Я никогда это не замечал. О, это как легко узнать, сколько у меня
здоровья, точнее, у стены здоровья. Здоровье. Ну да, у меня же здоровье и у стены здоровье. Недостаточно ресурсов для ремонта. Удерживайте. Подобрать. Оу, это здорово. Мне это уже нравится. Переезд явно удастся легко и просто. Хотя, если так подумать, зачем мне переезжать отсюда? Точнее, все вот это дело переносить. Там много ресурсов, и я смогу там построить домик получше. А здесь... если поставить здесь большие ворота, то я смогу... это как маленькую свою базу. На основной земле. Да, лучше я ее оставлю, доделаю второй этаж у стен, и все будет хорошо. Да, и ворота поставлю. Так будет намного лучше. Во, так уже намного лучше. Огромные ворота означают, что я смогу завести свои дина вовнутрь, и им здесь будет безопасно, пока я не построю там хороший себе домик. Фух. И домик для своих дина нашел. Здорово. Я молодец. Я беспокоюсь о своих питомцах. Даже как-то легко от того, что я смогу их оставить здесь одних. Текс. Починил инструменты. Состряпал металлическую броню. Все уже вполне неплохо. Да, я прекрасен. Так, колчан. Давай колчан оставим на кожаной броне. А вот рюкзачок, с которым я буду постоянно ходить, уже на металлической. Ой, точно. И какой-то там скин. Во, отлично. Так уже намного лучше. И можно все сюда положить. Пригодится. Неплохо. Теперь я могу не забирать отсюда ничего, а спокойно лететь и строить там свой новый дом. Да, это уже будет более разумно. Потому что все перенести очень тяжело. Не хотелось бы нагружать своих динозавров таким тяжелым грузом. Ну и к тому же там кто-то плавает большой и страшный. Мне это крайне не нравится. По крайней мере, в воде я очень медленный. И как мои динозавры. Да. Строительство. Снова строительство. Ну, кстати, можно будет приручить новых друзей и здесь. Хм. Да. Но для начала нужно все это дело зачистить. Самое главное — не лениться. Ну вот. Как бы я не хотел вырубить здесь абсолютно все, камни, деревья, но это дерево, оно такое красивое. Я так и не хочу его срубать. Наверное, поставлю домик прямо здесь. Маленький деревянный домик, который будет стоять около дерева. Ну, почему бы и нет? Вполне будет неплохо. По крайней мере, надо попробовать. Срубить я всегда успею. Вот так-то уже намного лучше. Какая прекрасная мне пришла мысль в голову. Огородить и не подходить. Возможно, я сделал какой-нибудь проход, чтобы можно было около этого деревца сидеть. А может и нет. Пускай будет маленькая территория, огражденная, так сказать, от внешнего мира. Так, теперь надо построить домик. Домик. А где же будет у меня домик? Это хороший вопрос. Где-нибудь здесь? А почему бы и нет? Во. Пускай будет так. Здесь типа маленькие лапки. Такие вот прям маленькие лапки. А здесь будет вход. Да. Красиво, наверное. Не знаю.
Да, пускай здесь будет окна стоять. Здесь проход. Здесь тоже будут окна стоять. Вот так. И вот так. Все остальное будут стены. Нет, здесь тоже надо делать окно. Интересно, какое. Что за фэнси саппорт? Интересно, что это такое? Это, походу, дело то, что мне нужно. И... Да, это, походу, дело то, что мне нужно. Точно. А вот и, собственно, проход. Только надо перила поднять повыше. Угу. А теперь... Нужно больше стен. Деревянных. Что-то я потерялся. Где здесь стены? Вот они. Отлично. Ага. А, я даже могу сверху на вас что-нибудь ставить. Интересно. Ладно, с этим как-нибудь разберемся потом. Для начала нужно все закрыть. Так. Рампы. Вот так вот. И... О! Ты прилетел ко мне в гости? Здорово. Надо поднять повыше заборчик. Вот так вот он. И что? А, ну и... Вау! Это что? О, классно. Так, и последний штрих. Это вот это. Оп, отлично. Ну, уже довольно-таки неплохо. Так. Теперь мне надо слетать до своего первого дома. Ой. У меня слишком... Я слишком загруженный. Надо поставить ящик. Шкаф. И уже туда скинуть ресурсы. Вот так. Скидываем туда все ресурсы. Но только броню себе заберем. И полетели до своего старого дома, где мы, собственно, и возьмем ресурсы, чтобы притомить новых друзей. Ну, вполне неплохо. Самое главное, необычно. По крайней мере, мне так кажется. Ну, ладно. Полетели и будем искать новых друзей. Так, взять немного ягодных. О, кстати, покушать тоже не помешает взять. И можно уже лететь обратно. Ого! У меня второй большой здесь появился. О, это точно такой же. Здорово. Ну, пускай ходят. Может, их тоже приручить. Так. Я где-то здесь же видел, да? Не, он какой-то маленький. Похожего на тебя я видел на том острове. Но здесь такого у меня нету. Давай тебя тоже приручим. Тебя. Ого. Надо подождать, пока проголодается. Отлично, подождем. Так, кого можно еще приручить? Ну, можно и тех, и больших приручить. Ну, я даже не знаю. О, приласкать. Ха, ему нравится. Отлично. Ну. О, кушай. Пошли на базу. У тебя будет новый дом.
Хотя, конечно, все новое это хорошо забытое старое. И для тебя новый дом это твой собственный остров, но все равно. Ты будешь жить здесь теперь. Надо бы здесь все как-то огородить, чтобы они далеко не убегали. И чтобы им было безопасно. Надо подумать, как огородить лучше. Ты такой большой, громадный. Интересно. А хочу ли я тебя притомить? Приручить? Покормить? Или же нет? Ну ладно, подумаем. Такс. О, заметка. Заметка. Давай сейчас почитаем. Ого! Гесперонис. Интересно. Да. Чувствую, много я буду читать этой ночью. Ха, доплыл до этого громадины. А тут еще одна заметка. Ха. Ты как знал, что мне надо сюда идти? Как звал? Ого, гиенодон. Хм, с виду страшный. Но интересный. Да, судя по этой картинке, уже надо понимать, что надо быть аккуратнее с ними. Тоже почитаем. Отлично. Ух-ух-ух-ух. Нет, ты слишком маленький, чтобы тебя томить. Нет, ты, конечно, громадный, но все равно слишком маленький. Слабенький. Ого-го-го, вы посмотрите, какая раскраска. Хотя, слабенький маленький. Ну и этот тоже. Где же тот шипастый? Как же ж его звали? Я забыл. У него и уровень был написан большой. О, вот вы где, Стега. Давай приручим. Держи. Вкусно? Здорово. Так, а ты большой? О, шипастый. Нет, там был побольше уровня. О, этот большой. Большой уровень. Это хорошо. Летунчик мне еще один пригодится. Написано самка. Там тоже самка была написана. Я думаю, ни к чему нам второе. Двое одинаковых, так сказать. Поэтому будет и тебя достаточно. Отлично. О, это твое? Ну, лучше не буду подбирать. А то мало ли, обидишься. Пускай. Так. Как бы тебя покормить. Ты такой большой, я ж не дотянусь. Достанешь? О, достанешь. Отлично. Отлично. Ты точно будешь распугивать всех моих врагов. Ты такой большой. Ха, здорово. Вот ты где. Ха-ха. Отлично. Да, я именно здесь тебя тогда и встретил первый раз. Такс. Ты-то мне нужен. Ой, извини, нужна. Хе-хе-хе. Отлично. Скоро у меня будет еще один друг. А вообще, мне начинает тут уже нравиться. Сначала чувствовал какую-то пустоту, но теперь... Все больше и больше друзей, которые присоединяются ко мне, заставляют любить это место. Хм. Но все-таки мне нужно будет поискать более сильных динозавров. Хм. Стоит, наверное, начать с тех маленьких, которые пытались на меня напасть. Я думаю, они-то точно смогут, так сказать... И сильно ударить, и быстро бегать. Хм, да. Наверное, стоит именно с них и начать. Ну а пока надо бы достроить этот домик. Точно.